плакатом, цветами и связками шаров. Так радостные родители встречают своих талантов из Красноярска. Для юного коллектива театра танца «Точка» участие в Дельфийских играх стало первым конкурсом такого высокого уровня. Перед тем, как попасть в список участников, девочки прошли серьезный отбор. В краевом конкурсе «Алтайские россыпи» они взяли гран-при, что дало возможность заявиться на соревнования такого масштаба. Мы стали бронзовыми призерами. В нашей категории также никому не присудили ни золото, ни серебро, поэтому можно сказать, что мы абсолютно победители своей возрастной категории. Всего в коллективе около 250 воспитанников. На игры ездили девочки в возрасте от 10 до 12 лет. Говорят, благодаря этой поездке получили бесценный опыт и яркие впечатления. Были очень волнительные эмоции, мы получили много позитива. Было круто. Конечно же, это опыт, который больше нам нигде не дадут. Жюри оценивали честно. Достойные соперники были, мы тоже достойное место получили. В каждой поездке есть свои сложности, но мы с ними справились. И я считаю, что все, что не происходит, все к лучшему. И, конечно же, вот эти сложности, которые мы преодолели, давали нам опыт. И в следующих поездках мы попробуем уже исправить свои ошибки и не допускать их. Впереди у талантливых девчонок летние сборы в загородных лагерях и отчетный концерт, который пройдет 18 мая в ДК моторостроителей. София Ценк, Александр Антропов, «День с толком».